Финуку, здесь опасно. Иди домой. Баек, ты вернулся? А где Чинзира? Мы пошли посмотреть на черепа в логове гиен. Но потом гиены вернулись. Я убежал, а Чинзира спрятался в гробнице. Повезло, что ты смог убежать. Вернись в деревню, я найду Чинзиру. Что? Мне нужно рассказать родителям. Чинзира в этом виноват. Он им и расскажет. Поторопись. Чинзира, жди там. Я сейчас приду. Баек, это ты! Ты вернулся! Как он туда забрался? Чинзира, все хорошо? Неужели ты вернулся? Что ты там делаешь? Я прячусь от гиен. Финуку мне все рассказал. Мало того, что ты себя не бережешь. Хочешь, чтобы и брат пострадал? Но теперь Хему нет. Ладно, я понял. Пора выбираться. Боек, смотри, что это? Какие-то надписи. Очень старые. Когда-нибудь я научусь их читать. Откуда? Эти надписи времен Старого Царства. Откуда ты пришел? Оттуда! Но там сейчас гиены. Баек! Я хотел сказать...
Только что... Что такое, Чинсира? Будь рядом. Хему умер из-за меня. Они спросили, где вы, и мне казалось, что если сказать им, ничего не случится. Чинсира, перестань. Ты не мог знать, что они задумали. На твоем месте любой поступил бы так же. Ну да. Гиена! Чинсира, прячься! Они сидят! Будь свободен. Беги домой. Лайк, а можно задать тебе вопрос? Давай. А я смог бы стать Ниджаем, как ты? Так, для этого ты должен заботиться о брате и не затевать опасные игры. Обещаю! Сын мой, ты стремился к звездам. Круги камней — это места богов на небе. А твой дед, как ты сказал, они показывают наше место в мире. Я найду все круги камней, сфинкса и пирамиды тоже, и свое место в мире. Ты найдешь их.
Папа, почему в Египте так много бедных, а все чужеземцы богатые? Многие забыли о чести. Они выбирают деньги, но в итоге теряют все. И справедливость в придачу. Но мы Меджаи. Мы вернем Египту честь и справедливость. Да, сын мой. Мы не забыли, кто мы есть. И мы выдержим все испытания. Амон – царь всех богов. У него есть два начала. Богиня всего невидимого – Амунет. И покровитель ветра. Он хранит справедливость. День и тишина его обители. Он приходит в этот день.